Во Франции, где сортов сыра что дней в году, наша соотечественница наладила производство чечела. В народе его еще называют сыр-косичка. То, что является привычным продуктом для большинства казахстанцев, французам в новинку. О том, как уроженка Шымкента решилась удивить французов сыром и что из этого вышло, в репортаже Алии Сыздыковой. У Лязат Атабек Тюфро с молоком связана вся семейная жизнь. Сначала ее с мужем соединила работа на казахстанской молочной компании, а позже здесь, во Франции, семейная ферма стала общим делом. Производство молока давно налажено, но бывший дизайнер, обосновавшись во французской глубинке, настойчиво продолжала искать возможности для роста. Корова зашла, сейчас идет мойка, обработка, и затем уже лазер, там находится вымя и происходит процесс дойки. Все данные записаны, литраж записан, все данные внесены в компьютер, конечно, очень удобно. Сегодня в собственном мини-цехе Лизат сама удивляется тому, как решилась на этот сырный челлендж. Несколько лет попыток, поиски рецепта, многочисленные бюрократические процедуры, рискованные инвестиции и самый искушенный в мире потребитель. Больше французов про сыр, кажется, не знает никто. На кухне сыр варился в течение 2 лет, наверное. То есть какие-то пробы были. Мы давали пробовать там, соседям, знакомым. То есть на кухне все это начиналось в течение 2-3 лет, пока мы пришли к той мысли, что мы готовы, наверное, можно. То есть мы видели, что сыр понравился, что у нас какой-то более или менее уже четкий там рецепт. Между прочим, мы рецепт тоже адаптировали под французский вкус. То есть он немножко менее сушеный, наш сыр, и менее соленый. Сыр от казахстанского сыровара понравился не только соседям. Для французской деревни достойный местный продукт сродни достопримечательности. Это предмет особой гордости. Поэтому в ресторане «La Terrasse d'Evre», где работают исключительно с локальными производителями, этот фермерский сыр вошел в карту, а фото самой Лизат появилось на стене. Этот сыр мы используем для галет. Он очень вкусный, нравится детям. Сыр хорошо сочетается с помидорами био, которые выращивают их соседи. Это тот самый продукт, который местными жителями очень и очень ценится. Есть итальянская моцарелла, а есть сыр, который наш, из Мини-Лянвале. Мы рады иметь в карте нашего ресторана продукцию людей, которые внедряют и производят качественную еду. На достигнутом Лизат с супругом останавливаться не собираются. В планах расширить географию поставок на всю Францию. А со временем казахстанка думает увеличить ассортимент. И, быть может, однажды начать выпускать курт под маркой «Сделано во Франции». Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан, Хабар 24, Земли Луары, Франция.